список режимов и цветов по-быстренькому. Есть около 11 цветов. Теплый, холодный, дневной, нейтральный. Там оранжевый, голубой, бирюзовый, лайм, красный, фиолетовый, розовый, соответственно, зеленый. Дальше есть несколько цветов с плавными эффектами затухания и увеличения яркости. Каждый цвет можно подбирать под свой интерьер. Бирюзовый смотрится довольно симпатично. Оранжевый напоминает восход солнца либо закат. Есть, конечно, эффект сердцебиения. И эффекты с другим изменением яркости и времени затухания. Более такие приятные глазу, и можно подбирать отдельный цвет. Есть эффект с изменением разных цветов. Пока надо поиграться еще, конечно, с затуханием, чтобы было более плавно, но работает вот так. Данный режим довольно долго будет работать, пока сменится цвет до красного или какого-нибудь другого, поэтому переключим. Еще один режим с эффектами, с более плавным изменением цвета.
Дальше все эффекты начинаются по кругу. Выбрали эффект, он запомнился. Зажимаем кнопку 5 секунд, регулируется яркость. Автоматический режим яркости меняется в градациях по 10%. Дополнительное нажатие на кнопку применяет данный параметр.